Есть мага, который старается выглядеть максимально правильным, и у меня созрел вопрос: мага, а с какой целью вы смотрите мои сторис? Вопрос на миллион. Ну, на... Все-таки немножко к кинематографу движемся. Начнем с того, что я вас не знаю, и вот сейчас стараюсь не смотреть. Одну секунду. Но если жарко я... на улице, просто одну простите, секунду. Извините. Но если я нарвался на вашу сторис, я 100% сделал вот так. Да, что вы говорите? Да, 100%. Мне вот свидетель, да. Ну не сделали вы так, ну что же вы врете, а? Иди домой!